Хотелось бы поблагодарить настоящих истинных болельщиков футбольного клуба «Гомель», которые нас поддерживали даже при счете 0-3, поддерживали, переживали за нас и не уходили до конца матча и верили, что мы можем как-то исправить ситуацию. Поэтому им огромное спасибо. Стараемся их в дальнейших играх радовать и хорошей, красивой игрой и результатом, в первую очередь. Спасибо. Вопрос такой. Владимир Владимирович, все-таки в последних трех домашних играх Гомель не забил ни одного гола. В чем вы видите главную причину вот слабых нападения? Ну, вы видите, что мы пытаемся создавать моментов много возле ворот соперника. Единственное, что не хватает, это реализации. Мы на это тоже большое внимание уделяем в тренировках. К сожалению, не удается это все переносить на игры, не удается реализовывать свои моменты, которые у нас есть. Владимир Владимирович, такой вопрос. В матче с командой на первой четверке Гомель брал лишь одно очко и забил лишь один мяч. В чем вы видите причину вот такой игры с лидером? Ведь, в принципе, эти матчи, они же... Гомель сейчас идет довольно-таки неплохо, да, и эти матчи были решающими, не то что решающими, но очки в этих матчах вот, давали бы шансы гомельчанам побороться за трофей. В чем вы видите причину вот такой игры с лидером? Я с вами согласен. То, что эти игры не даются, я в первую очередь скажу, что по игре мы никому не уступили, и может быть где-то высшее исполнительское мастерство позволило так, чтобы были результаты. Но с другой стороны, финал Кубка, мы не будем забывать, что команда «Батэ», как вы сказали, из первой тройки. Поэтому тут игра на игру не приходится. Мы все игры пытаемся играть на победу. Где-то не получается. Спасибо. И еще один вопрос. Не позвал с вами заявки. С чем это связано? Договоренности между клубами. Понятно. Спасибо.